В Омской области не хватает балалаек. На это на заседании областного правительства пожаловался министр культуры региона. Речь идет о районах области. В рамках федеральной программы «Культура России» правительство собиралось получить 40 миллионов рублей на оснащение музыкальных школ, но пришло лишь 8. Из этих средств чуть более миллиона предусмотрено на покупку новых инструментов. И это, по словам министра культуры, капля в море. У нас в области их 74 школы, и все бедствуют из-за того, что нет сегодня хороших музыкальных инструментов, играют, я имею в виду, новых, современных. Музыкальные инструменты там 60-х, 70-х, в лучшем случае 80-х годов. Педагог просто говорит, вот у нас балалайка, где струны уже не держатся. Вот мы играем, струна лопнула, одна, потом вторая, на одной струне играем.